Первая авария произошла накануне утром. В 7:20 водитель Kia Rio, двигаясь по улице Штеменко в сторону проспекта Ленина, при повороте сбил 49-летнюю женщину. Установлено, что пострадавшая переходила дорогу по зебре на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП женщине потребовалась помощь медиков. Вторая авария произошла вечером того же дня на проспекте Ленина. 33-летний водитель Kia Cerato, двигавшийся по проспекту Ленина в сторону Краснознаменской, проехал на красный свет и столкнулся с Audi под управлением 37-летней женщины. Водители не пострадали, но в больницу с травмой ноги попал 5-летний ребенок, находившийся в салоне Kia.